Несмотря ни на что, несмотря на то, что завтра 13 число и пятница, наконец недели, пришло очень много людей, и представьте, что еще не пришло и половины наших членов Союза литераторов и гостей Союза литераторов. Поэтому через некоторое время я надеюсь, что зал будет полон. Повеяло свежим ветром с Пушкинской площади, и вот мы с вами уже можем начать наш вечер. Я сразу представлюсь, меня зовут Давыдова Нина Васильевна, я координатор Союза литераторов России. У нас сегодня будет 4 ведущих, а тема нашего вечера – это 3 годика исполнилось, совсем немного, 3 года выходу альманаха «Словесность». И вот здесь на столе вы можете видеть первый выпуск альманаха «Словесность 2007», ну это, соответственно, 2007 год. Этот альманах мы выпустили при поддержке Зураба Церетели, поэтому вы видите Ростроповича на обложке. Второй альманах «Словесность» 2008 мы выпустили собственными силами, изменился формат, изменилась обложка, вот так выглядит. И недавно вышла еще одна книжка альманаха «Словесность» 2009, тоже собственными силами. Тот же уже как бы укоренившийся у нас 2 года бытующий формат, такой необычный. Здесь вы видите изображение барельефа памятника Гоголю, гоголевский год, гоголевское время не прекращается, и сейчас мы это с вами всегда ощущаем. Мы выпустили в этом году 11 книг приложения к альманаху «Словесность», и обо всем этом мы будем говорить. Но у нас сегодня вечер будет непростой. Он будет еще и музыкальный. И прежде чем представить всех ведущих, мне хотелось бы, вот у нас есть такая традиция, мы обычно начинаем наши вечера, когда выходит на сцену Дмитрий Курилов. Вот сейчас он на себя надевает все, что можно, гитарное. Я хочу сказать, что это не только известный сценарист, кинодраматург. Это еще кандидат филологических наук, закончил литературный институт, это его 2-е высшее образование, написал диссертацию по истории бардовской песни. О нем много можно было говорить, но у нас есть 2 песни, которые, как мы считаем, своими. И музыка, и стихи, и голос Дмитрия Курилова. С этого и начнем, по традиции. Провинциальная тоска, мотивы зависти и мести.
сопровождают скорбный путь, а надо бы собраться вместе, хотя бы руку протянуть, но одиноки наши слуги. Должна вся жизнь пройти сперва, чтобы выкрикнуть из смертной скуки свои банальные слова. Покуда не накрыла вьюга, не взвыла смертная гроза, ищите ощупью друг друга, глаза в глаза, глаза в глаза. Председателя Союза ветеранов России «Человека», с подачи которого начали сначала выпускать газету «Мол», потом мы выпустили три альманаха «Вектор творчества», и вот с 2007 года выпускаем альманах «Словесность». Это Дмитрий Юрьевич Цесельчук. Еще мне хочется представить наших ведущих. Это Евгений Степанов, главный редактор журнала «Дети Ра», «Футурума», выпускает журнал «Крещатик». Это совершенно уникальное издательство «Вест Консалтинг». Я думаю, что многие из присутствующих выпустили книги в этом издательстве или будут выпускать. И вот эти альманахи мы, как неправильно подсказывает Дмитрий Цесельчук, выпускали два последних в издательстве «Вест Консалтинг». Вы можете посмотреть, какое неплохое качество. Евгений Степанов. Ну, все впереди еще. И еще одна ведущая. Это Наталья Рожкова, председатель секции поэзии Союза литераторов, постоянный автор «Словесности», член редакционного совета. Ну, вот четыре ведущих.
И мы с вами хотим определить темы, которые характерны для наших альманахов и характерны для Союза литераторов России. Прежде всего, это творчество, та литература, которая когда-то была под запретом. Мы с подачей Дмитрия Цесельчука, поскольку он был в неформальном литобъединении «Спектр», когда-то в те самые 60-е, начало 70-х годов, пока их не разогнали, стали изучать историю литов. И Евгений Степанов не даст соврать, что вот если сейчас собрать материалы, это общий материал кандидатской диссертации, а может быть и докторской, потому что это совершенно неизведанные еще пути. И вот мне хочется представить вам совершенно легендарного человека Наталью Шмелькову. Наталья Шмелькова рядом со мной. Ну, подумайте, что вы видите. Я думаю, вы часто ее видите и по телевидению, и, возможно, знаете ее книги. И вот сейчас в руках у Натальи одна из ее книг, она о ней расскажет. У нее интереснейшие воспоминания. И я думаю, что кусочек из этих воспоминаний, которые были опубликованы в словесности 2007, посвященные СМОГу, самому молодому обществу гений, вот фрагмент из этих воспоминаний Наталья нам и прочитает. Совсем небольшой. Как хочешь, Наташа, я тебя спрашиваю. Давай, кто не читал эту мою книжку, я могу сказать, что эти герои в этой книге, Ерофеев, кстати, и Юрочка Руганов, лидер СМОГа, самого молодого объединения гений, Евгений Леонидович Кривицкий, основателя Леонидовской знаменитой школы, из которой больше многие известные художники, поэты, такие как Леонид Сергеев, Коля, и очень известный художник, выдающийся Яковлев и Владимир Яковлев, Не слышно? Не слышно? Не могу кричать. Вот Нина попросила так лучше. Чуть-чуть я позволю себе в целях экономии времени чуть-чуть прочитать свою зеленую кусочку, как вы правильно понимаете. Потому что вы здесь меня что-нибудь не скажете, ну, просто... Ну, громче, конечно. Да, цифры. Москва, 71-го. Меня пригласили художника Сергея Бородачева на Малышанский сборочный народ. Да экранист. Непрерывно хлопает закрывает дверь, подрывается телефон. Звонки моей собаки разрушают возбужденные процессы закрывшихся. Известно мне, поэтому все просят почитать свои стихи. Он выходит на середину комнаты. Бросилась в глаза размашистую надпись. Гениальный губанный.
Но воспоминания Олега Николаевича, крупнейшем поэте начала 20 века. И мне хотелось бы, чтобы Валентин Куклев, председатель секции прозы, показал совершенно уникальные материалы из своего архива. Вы же прям так показались? Ну, я думаю, прежде всего, это интересно Наталье. И вот в следующем альманахе, я хочу сделать анонс, в альманахе 2000... В следующем альманахе 2010 мы опубликуем вот эти вот стихи, которые написаны в Кащенко. Так здесь, собственно, таким страшным почерком Лёни Губанова. Когда вдова увидела, сказала, боже мой, я этого не видела. Но сохранились в архиве Валентина Куклева, ему за это большое спасибо. В следующем номере «Словесности 2010». И мне хочется представить близкого друга Леонида Губанова, Владимира Бережкова, которого вы все, конечно, хорошо знаете. Владимир Бережков – смагист, но он иногда говорит, нет, я не смагист. Так кто это говорит? Я не говорю, что было, то было. Это как Я просто прочитаю одно стихотворение, которое было написано на 40 дней Губанова. Благопристойные друзья, а также девки с алкашами, как с вами нынче пил бы я на деньги, что цветы зажали, но в пене вашей хмеля нет, прокисли и дела, и роли. Последний ролик вас привет, стихов моих. Осень на дворе, какой стакан вина налили в березовой моей дыре, в России, где меня забыли благопристойные друзья, а также девки с алкашами, где каждая моя семья моим читателям мешает, где каждый рвет мои куски, чтобы остаться рядом, рядом, вы такие мне близки. Как рюмка, что покоит ядом, ты розу мне еще подашь, и будешь ластиться отныне, но я теперь уже не ваш, уже не ваш, мои родные. И хочется вручить диплом выдающимся детям культуры, но это сделает Дмитрий Тысяч. Чмельковой Наталья Александровна, в соответствии с указом президента Российской Федерации, вручается диплом и звание выдающегося деятеля культуры. Словесность, книга вторая,
поисках времени, вектор творчества в поисках времени. Вот там были первые пять спектров из этих секций. Ты там была 11 часа. У меня там не было, потому что я был как переводчик. Позднее, в альманахе «Словесный 2008», мы вот этому вопросу, о котором можно писать диссертации, мы вот в 2007 поговорили о смоге, а вот здесь мы немножко поговорили о спектре. Там воспоминания Анатолия Гомарева, Ефима Груза. Да, вот у кого есть альманах, смотрите, или теперь я там вспомнил про инициативную группу, которую возглавлял Саша Сыров. Вот он там у нас сидит, предпоследний ряду. Да. Короче говоря, вот такая история у нас пошла. И так же, как вот выступавший первый Курилов, вот написал диссертацию, я надеюсь, что кто-нибудь сподобится. Может быть, вот докторскую Степана Евгения Викторовича нас защитит, кандидатскую, есть уже. Вот. А в последнем альманахе у нас вот такой опыт был. Мы сделали, во-первых, антологию одного стихотворения вот в этом альманахе. И это как бы расширило доступ к альманаху, и сделали впервые книгу в альманахе. Это вот Григорий Орлинский. Может, вам пока прочесть что-то? Как? Так? Да? Да, прямо из альманаха, да? Прямо из альманаха вы выглядите. Хочешь, я тебе сейчас скажу, на какой ты странице. Можно без альманаха? Как хочешь. На 33. Хорошо, одно стихотворение, чтобы прочитать. Да, стихотворение Григория Орлинского. Да, ничего да. Не хочется оттуда читать. Не читает. Дело в том, что спектр, я застал спектр первые 7 лет его. 7 лет, один ответ. И надо сказать, вот эти первые годы, они начинались чуть ли не с 50-х конца. Тогда настолько разрознены. Да. И мы пересекались, между прочим, со Смогом тоже. И, кстати, что вот теперь, через некоторое время, ушло удивительно, довольно миролюбиво, ни одной драки не было даже. Даже как-то были совместные выступления, но, может быть, это так вот, они прошли незаметно. Очень даже уютно. Переделкины даже, это самое, там вот, посещали вместе могилу Пастернака было, и Лёня был там против. Когда города по ночам одиноки, дожди пилигримы вернулись вчера, и слушает город их песни всю ночь, но им никогда не допеть до утра бесчисленных песен, дорог бесконечность, рассветы горят, у разбуженных глаз над ними качается радуга, вечность, рукой семицветной, деля пополам тот мир ненадежный, где память не память, где реки бегут, словно синие сны, где падают ливни, лиловые пальцы на черные клавиши окон ночных. Последний солдат не уйдет ни отпетым, никто и не крикнет: вернись, подожди. Так трудно прожить и остаться поэтом, сквозь ночь прорезаясь, как солнечный диск. Поэты, которых не печатали, прозаики, которых не печатали в 50-е, в 60-е, а уж тем более в начале 70-х. Мы как бы реанимируем это время. И еще одно знаменитое литературное объединение представил Владимир Глянц. Владимир Глянц. Прозаик, автор книги о Гоголе. Влад, придет сюда, выходите, там тебя никто не слышит. Лид объединение «Магистраль» — это анонс
материала, который будет в альманахе «Словесность» 2010. А магистраль? Это маленький отрывок по мемуару. Ну, тоже большого, там, конечно, не детей. Но здесь один маленький. А, поэтому все предыдущее, все последующее стоит из альманаха. Неплохо знали то свое время. Я как-то мало верил в благополучие большинства творческих студий. Сколько и сколько русской литературы не насчиталось. Горькая рюмочка на сегодняшних презентациях, на противоестественных дебютах 60-летних. Увы, ментулишь, техники, что дождь. Вороны за почетные, специально приглашенные гости, неравнышные свои детали, 28 детали, была жалоба, Наши собрания никогда не заканчивались застольем, но для Куржава тоже исключительно. Но за других было сделано исключение, для начинал это упоминать. И третий за права рядовых студийцев присутствует бывший уже известный поэт Григорий Кузьмин, Михаил Львович, другие бывают. Около 25 лет вел Григорий Михайлович Левин, даже не заменить не считает. Оно существовало еще в 40-х годах, 50-х. И они, в общем-то, разогнали наших 59-м году. Около 25 лет до Григория Михайловича объединения, взять способом опубликовать там специалисты, даже самых талантливых писателей, не было никаких. И дорогие уникальные люди приходили, кто на производство, кто в науку, кто и в творчество. Конечно, став членом литературного объединения уникальных, я нашел свое место, свой дух, настоящий живой разговор о Кутинисте, о Сане Дроков, о чем кто ли просто скрыт слов, вся очень творческая атмосфера, это так определялось. Жаль, это такая спасибо очень много. 23 года. У нас авторы лучше пишут, чем читают свое написанное, но тем не менее нам хотелось, чтобы вы имели некоторое представление о том, какие материалы будут в следующем альманахе. И еще один материал мне очень хотелось бы представить. Вот в альманахе «Словесность 2009» интереснейшее исследование автор Ирина Багратион-Махранели. Опыт прочтения египетской марки Мандельштама. Буквально два дня назад мы получили новый материал от Ирины Багратион-Махранели, который называется «Мандельштам и Кавказ» или «Дуэль со Сталином». И мне хотелось бы маленький отрывочек прочитать. Путешествие в Армению было для Мандельштама именно таким добавочным блюдом, после чего его дуэль со Сталином развивалась по нарастающей. Звонок Сталина Пастернаку с повторяющимся вопросом вождя, является ли Мандельштам мастером, также свидетельствует о том, что вызов поэта был замечен. В последний период Мандельштам обращается к кавказским реалиям, к символике горы. В ноябре 1933 года Мандельштам пишет стихи о Сталине. «Мы живем под собою ничьей страны, направленной непосредственно против всесильного вождя. Кремлевский горец, горец фальшивый, ряженый». Я думаю, что этот материал тем более важен, потому что мы видим реставрацию сталинского времени, этой эпохи в последнее время. Мне хочется представить вам княжну, потомка Петра Багратиона, великолепного литературоведа Ирина Багратион-Махранели. Я благодарна Нине за то, что она замечательно прочла. Я как не привыкла, чтобы меня прилюдно цитировали. Мне просто хочется сказать два слова. Меня всегда занимало, почему именно в этих формах написано стихотворение о Сталине. Ну, нет необходимости в этой аудитории говорить, что у него есть еще два стихотворения о Сталине. Кстати, последнее большое стихотворение я первый раз слышала от Натальи Петровны за там, год до ее смерти. Так вот, занимаясь Мандельштамом очень давно, последние лет 20, а кроме того, в последнее время, когда лицом кавказской национальности становится быть все сложнее, я просто также много занимаюсь образом Кавказа, кавказским мифом, русской классической литературы. И вот на пересечении этих двух тем возникла статья, которая будет в новом номере альманаха «Словесность». Суть
сути ее сводится к тому, что Мандельштам во время первой поездки в Тбилиси, тесно общаясь с поэтами и голубороговцами, берется за перевод. Первый раз он переводит в русской литературе Алажо Шарелла, гениального грузинского поэта, последнего классика. Но если в европейской литературе было 7 веков романов, то у нас было 7 веков поэмы. От «Вицы в тигровой шкуре» до поэма «Машчелла». Ну, это такая академическая занудность. А так вот, человек, ни разу не обращавшийся к большой форме, не написавший ни поэмы, ни романа в стихах, Войску Ильич, берется за перевод эпоса, а причем пишет замечательную, коротенькую статью о грузинском искусстве, где прозорливо совершенно определяет и место вашего Шарелла, и это все совсем свежие вещи. И самое главное, берется не за лучшую его вещь. Вот это как-то меня насторожило. Мне стало интересно подумать, в чем причина. А ну, так вот косвенно, мне кажется, что здесь сошли следующие вещи. То есть там в Тбилиси узнал о смерти Гумилева, узнал от его одноклассника Бориса Леграна, который был послом Российской Федерации в Грузии. Именно к Гумилеву обращался Григорий Рубакидзе, один из основателей «Голубых кругов», который потом эмигрировал, жил в Германии, написал замечательный совершенно роман о Сталине в 30-е годы, где он уже точно все это экранизировал. Так вот, Григорий Рубакидзе просил Гумилева перевести Алажо Шарелла. Я не знаю подробностей, говорил ли Гумилев с Осипом Ильичем, но то, что по признанию самого Осипа Ильича, я постоянно веду разговор с вами и Колей, письмом от Андреевым. А мне кажется, что работа его над поэмой Алажо Шарелла «Бабадуля Акшина», где говорится о встрече двух героев, такое богатырское двойничество, один из них подлинный герой, а другой разбойник. Вот тема разбоя, которая была уже в творчестве Мандельштама в стихотворении Кассандра Андреевича, мне кажется, что эта тема, она не оставила Осипа Ильича. Есть следы этого и в «Египетской марке», и самое главное, есть в стихотворении о Сталине. А потому что настоящий подлинный герой Богаты и ряженый, ну вот в «Египетской марке» там человек, подписывавший визитку, человек, чем он правит. Вот широкая грудь осетина. Дело не в том, что Мандельштам считает грузинно-титульной нацией осетин нет, а в том, что он не подлинный, в том, что он претендующий на место героя, место вождя. И мне кажется, что переводы Осипа Ильича, которые, ну, так, негласно существует мнение, что очень большой поэт не может быть себе хорошим переводчиком, мне кажется, что здесь у Мандельштама органично и его работа над переводом Алажо Шарелла, и его стихотворение остальное. Вот об этом будет статья в новом номере. Я бы с удовольствием почитала и сравнила переводы Заболоцкого, Марины Ивановны и Осипа Ильича, они все трое переводили Алажо Шарелла. Но у Мандельштама это удивительно интересно. Он это, в отличие от кладописи Заболоцкого, потому что я Заболоцкого очень люблю, ценю и прочее, партнер сделал то, что подстрочники украинской поэзии, не ошибаюсь. А так вот, Осипа Ильича выступает учеником Гумилева и совершенно новаторски обращается к нестрономному, не стропическому белому стиху, в котором написана сказка о медведе. Это большое новаторство и в области перевода. Спасибо. А вот здесь, последний момент, то, что ты начерпала о египетской марке, полностью я зашифрованное произведение, как оно зашифровано. Ну, это маленький. Ну да, да, прислуга пошла в костер, а в костере последующая организация, да, она пошла встречать. Ну и почти все так. Вы видите, что у нас самые разные авторы, но у нас есть один удивительный автор, поэт, интереснейший прозаик, такая живая проза. Когда-то возглавлял, как художественный руководитель радиостанции, «Правдс». И человек, который придумал праздник,
Вот человек, который придумал праздник, он и сам праздник в каком-то степени, в какой-то степени. Олег Челахов. Почему я говорю, он придумал праздник? Потому что мы начали в «Словесности 2009» печатать небольшую его работу, но очень серьезную, о том, собственно, как и случилось придумать праздник. А сейчас, Олег? Да, все, кто умеет читать, наверняка в «Альманахе» найдут начало этого душераздирающего повествования, который придумал национальный праздник. И Борис Николаевич Ельцин, который еще находившийся в силе и по-прежнему знавший толк напитков, веселящих душу, чуть было не подписал эту бумагу по поводу национального праздника. Праздник хороший, день рождения Пушкина Александра Сергеевича, сделать национальный праздник. Вот. Но в Госдуме сочли, что Пушкину повезло, просто повезло. Стрелял в него один белогвардейский офицер, ранил колено и обеспечил бессмертие. Это вот мой вклад в этот альманах. Я поздравляю всех литераторов с выходом этого альманаха. Я вообще рад видеть вас здесь, потому что это лучше, мне кажется, чем встречаться в Народном доме. Вот. Ну и я уже здесь. Увидишь солнце, знай, это я тебе послал привет. Увидишь солнце, знай, это я тебе послал привет. Небылицы насмешат тебя, наклонится небо. Увидишь солнце, знай, это я тебе послал привет. А дождь прольется, жди, значит, я спешу к тебе. А дождь проснется, жди, это значит, я спешу к тебе. Жадно станет владу пить земля, утоляя жажду. Дождь прольется, жди, это я спешу к тебе. Солнце знает толк в хороших вещах, и это очень даже летняя весть. Если шепчется рязко, значит, я близко, я уже здесь. Услышишь ветер, верь, значит, где-то рядом я. Задышит ветер, верь, это значит, где-то рядом я. Очарованной и чудной пчелой я лечу навстречу. Услышишь ветер, верь, это где-то рядом я. Солнце знает толк в хороших вещах, и это очень даже летняя весть. Если шепчется рязко, значит, я близко, я уже здесь. Увидишь солнце, знай, это я тебе послал привет. Увидишь солнце, знай, это я тебе послал привет. Мне не тесно ставить песням птиц, случится небо, увидишь солнце, знай, это я тебе послал привет. Я уже здесь, я уже А у нас другой скрипт.
нас две разные секции. Автор Печина, герой автор. Сегодня она пополнила. С этим ансамблем мы познакомимся. Ну, конечно. Когда ты приходил в клуб, говорил, что у него около 800 стихотворений, его на всех встречах просто считали гренадами. И он сказал, мне, честно говоря, подташивали даже гренады, но стихотворение хорошее, честное. Ну, у меня не гренады, у меня поезд Москва-Нью-Йорк, приблизительно те же фазы, но песня нравится. Скорый поезд, Москва, Нью-Йорк, не прибудет срок. Скорый поезд, Москва, Нью-Йорк, не прибудет срок. На нью-йоркском вокзале в Москве качу, на московском в Нью-Йорке шок. Скорый поезд, Москва, Нью-Йорк, не прибудет срок. Гости бордады, и там при смене ждут протестную новую соль. Голос департамент во всем чует измену, и вертолетом усвоит. Люди в серых плащах из могучих спецслужб спешно меняют пароль. Выходит голос департамент, напрасно старался, как дорогую хлебсоль. Атлантический скорый пыхтит меж полей и земляничных полян. Атлантический скорый тащится сам по себе мимо цыган и селян. Кто-то в тамбуре курит, кто-то смотрит в окно, кто-то с пьяно разбирает стоп-кран. А машинист Василий бросил стоп угля и пошел гудеть в вагон-ресторан. Среди встречающих в Нью-Йорке статуя свободы отражает смысл жизни. Уже отходят воды, но смысла не было и нет. Сердце сожалел его. Поезд из Москвы в Нью-Йорк не прибудет в срок. Мой Бог, что делать с такой свободой? Что делать, но скорый поезд Москва, Нью-Йорк не прибудет в срок. Скорый поезд Москва, Нью-Йорк не прибудет в срок. На нью-йоркском вокзале в Москве хочу, на московском в Нью-Йорке шок. Скорый поезд Москва, Нью-Йорк уехал в город торжок. Придумал национальный праздник. Обратите внимание на корову. Олег, вот эта корова повернулась к вам мордой. Она смотрела сначала в другую сторону. У нас здесь выставка. Я хочу представить художника. Это Дмитрий Самодин. Его работы находятся в коллекции Музея современного искусства Белграда, фонде Горбачева, в частных коллекциях за рубежом. И вот они вместе с нами. Корова даже теперь смотрит просто на нас. И немножко на Олега Челапа. Ну, мне хочется вам представить такую ситуацию. Вы написали, вот, например, Олег Солдатов написал роман, трехтомный. Каждый том по 700 страниц. В это время Григорий Орлинский написал несколько поэм. Каждая поэма примерно на 600 страниц. И они решили прийти. Григорий Орлинский выдвинулся с Савчуком предложить для напечатания, но чтобы сначала он прочитал, Олег Солдатов к Евгению Степанову. Евгений Викторович, прочитайте, пожалуйста, мой роман «Трехтомник». Евгений Степанович привычно, Евгений Викторович, привычно вынимает политол, выдвинет нитроглицерин и думает, что делать, как выйти из этой ситуации. И мы придумали, как из этой ситуации выйти. Мы в этом году, вот три книжки еще пока не вышли, да, вот они будут буквально на следующей неделе. Сейчас вышел, значит, 11 минус 3, это будет сколько? 4 мы представляли. 11 минус 3, это сколько? Сколько? Значит, 8 книг. Все умеют считать, извините. 8 книг уже вышло. 4 книжки мы презентовали в галерее Зураба Церетели месяца полтора тому назад. И вот представляете суть вот этого издания. Вы берете свой роман, оттуда маленькую главку или большую, сокращаете ее в 10 тысяч раз. И вот она маленькая, чтобы ее можно было понять, как вы пишете, какой у вас язык.
вы берете свою поэму, вы ее сокращаете до небольшого стихотворения, помещаете все вот в такую книжку, не более 40 страниц, и идете, опять же, к Дмитрию Юрьевичу или к Евгению Викторовичу. Они вас принимают с распростертыми объятиями. Вы показываете маленькую книжку и говорите: напечатай, как пишет Александр Сыров, напечатайте меня. И тогда они вас уже печатают. Вот эту серию представляет Наталья Рожкова. Первый автор, которого мы представим, это, до Сырова еще придет чуть, Арсен Меликанян. Книга стихов. Разные о жизни. О жизни, а разные о жизни. Подожди, пойму, сейчас пишет. Вышел? Он идет. Арсен Меликанян, человек многогранный, архитектор, художник, поэт, культуролог, коллекционер. Действительно член Сибирной академии наук комплексной безопасности. Действительно член Национальной академии филателии, а не филопатерасы, нет? Филателии. Российской Федерации. Автор и соавтор большого ряда культурных проектов, осуществленных в России, США, Португалии, Нидерландах и Кубе. И да, а вы вообще тут так длинно, но лауреат премии словесности, уж очень мне хочется сказать, и член Международной Федерации Футбола. Это невозможно не упомянуть. Спасибо. Вот что пишет. Утери духовности и разъедающий мир алчности Арсен Меликанян противопоставляет чувство сострадания, сопричастности, трагедия всего общества и конкретной личности, сопереживание человеку на его нелегком жизненном пути. Он пытается найти алгоритм сопряжения жизни человека с жизнью космоса и равнодушен ко всему внешнему, поверхностному, не затрагивающего глубины простого бытия. Сета Бернишева. И еще одна цитата. В стихах Арсена Меликаняна не для красного сварца, а ради сохранения единственной и драгоценной человеческой жизни воссоздаются картины нашего недавнего культурно-исторического прошлого. Дмитрий Сосинчук. Арсен Меликанян. Спасибо. Опубликованному в «Альманахе словесности», то, что мои произведения были выбраны для того, чтобы вот такая книжка была выпущена в рубрике «Зрительный хороший литератор». Сюда вошли некоторые стихотворения из предыдущего сборника. Я планирую следующие в ближайшее время, но вот это то, что было в предыдущем сборнике. Несколько стихотворений я прочту. Первое стихотворение называется «Битва». Не просто слезами омыты ресницы, сражение снится, бесчинствует пламя, и налетают, как вихрь, колесницы, и кажется, Бог в этой битве не с нами. Веками стихает кровавая сеча, солдат убивает, царь славен и вечен. Не просто музыка плачет и мечется, страсти и счастье в порывах симфоний, никак не насытится род человеческий болью, страданиями, бредом агоний, рвется он к лучшему светлому миру. Где грань между верой в богов и в кумиров? Не просто забыты слова, без ответа остались вопросы. Победа, видение, поле мне снится кровавого цвета, дух, переросший черту поклонения, полные пыли, пустые глазницы, стертые лица, пустые границы. Горько и страшно, безумные люди, Бог вас простит, мир жестокий, забудь. Второе стихотворение называется «Вопрос». Где ты был? Скрывался слишком долго. Мы не знали, жив ты или нет, вдруг ушел, влекомый чувством долго за пределы солнечных планет. Где я был? Я странствовал так странно, гибель мне сулили, били в сласть. Я же не выбрал ни Господней манны, ни венца, дарующего власть. Что со мной было? Перебрало по словам, по атомам меня. Растворенный в желтизне металла, я томился в сундуках, менял. Был скалой, разломленную ветром, был рекой, смывающей мосты. Кем я был? Холодной ночью гетто. Был я пеплом. Речи, цветы.
И последнее стихотворение, которое я прочитал, это стихотворение «Ностальгия». Если не окликнешь, ностальгия, я не вспомню даже, где живу, и закроют облака тугие, кот рассвечно серебрит траву, до людей мне будет мало дела, пусть творя и слоны от слез, я останусь в данных мне пределах, неуслышанным за грохотанием гроз, не утешу друга, не заплачу от чужой неведомой беды, не пущусь дорогу на удачу, не пробьюсь сквозь вековые льды. Если ты со мной, ностальгия, даже самый-самый длинный путь я пройду, со мной пойду и другие, будет им полегче хоть чуть-чуть, позови, я твой вчера и ныне, лишь меня не время на часах, самый верный спутник на чужбине, ностальгия, флейта, небеса. Спасибо. Наш следующий автор Олег Солдатов. Написано Олег Солдатов с скобочкой Любимов. Наверное, сначала Любимов, а потом Солдатов. «Закулисье. Комедия в трех действиях». Автор получил повышенное образование, в том числе окончил литературный институт, поэт, прозаик, драматург, литературный критик, руководитель литературного отдела интернет-журнала «Русский переплет». В качестве визитной карточки литератора предлагаем читающей аудитории пьесу о нашем времени. Автор определил свое произведение как комедию, но это комедия в традиции драматургии Чехова. Недаром в конце звучит быстро. Надеемся, что в скором времени пьесу «Закулисье» сможем увидеть на театральной сцене. Отзыв профессора литературного института Евгения Сидорова. Олег Солдатов – один из самых способных литераторов моего семинара. Он пишет прозу, стихи и даже пробует свои силы в стихотворной драме. Это профессиональный, одаренный писатель, склонный к точности и выразительности письма. Олег Солдатов. Люблю. Начале своего многословного выступления поблагодарить наших выдающихся замечательных главарей, я не побоюсь этого слова, Нину Васильевну, Нину Юрьевичу и Евгению Викторовичу поблагодарить его нелегком труде, за его очередное усилие. Опять был слышен? Я просто боюсь, что он может не выдержать. Конструкция. Говорит громче. Так, благодарность я сказал. Теперь позвольте вам прочитать небольшой отрывок монолог режиссера. Или рассказать вам, почему пьеса. Рассказать? Интересно? Лучше монолог. Лучше монолог? Лучше монолог Аполлона. Аполлона? Хорошо. Не влазим. Все да. Нынче нет отбоя от желающих продефилировать по сцене неглиже. Если так пойдет дальше, клянусь, мы установим за это плату. С актеров будем брать по годным расценкам, с уличных по полной программе, как за аренду подмостков и рекламу. Можем устроить шоу. Кстати, некоторые артисты уже некоторые так и поступают. В зале всегда полно богатой публики. После представления актеров развозят по адресам, а утром они возвращаются в собственных джипах. Вы этого хотите? Клянусь, я это сделаю. Наберу девиц и устрою тут публичный дом. И это, черт возьми, рынок. Рынок, господа, долгожданный, тот самый свободный рынок. Хотя я лично не представляю, о каком свободном рынке можно говорить применительно к нашему делу, когда художникам нуждается создавать только то, что он в состоянии продать. Репертуар теперь диктует зритель. А где эту роль отводят зрителю, там заказчик, как оказывается, любой, у кого есть деньги. Спасибо.
Следующее произведение, которое мы представляем, это тоже пьеса. Это философская драма «Двух действиях». Ее автор – поэт, прозаик, прозаик, драматург, литературовед Борис Якубович, который публикуется уже очень много лет, начиная со студенческой литеражки, газет, журналов, альманахов по библейской и античной тематике. Драматургические работы автора легли в основу ряда постановок Московского театра «Мистерия Н». В альманахе «Словесность 2007» опубликована пьеса «Ипатия Александрийская» или «Последняя язычница» и «Исследование мир условностей». Борис Якубович. Я рискнул писать эту философскую драму. Соответственно, с тем образом, который, по-моему, всем хорошо известен, поскольку образ библейского праведника Иова, наверное, у каждого в жизни был такой момент, когда он, читая библейские книги, обращал особое внимание на эту удивительную книгу, стоящую совершенно особенным изумительных библейских текстов. То, что эта книга Евправедника Иова является древнейшим драматургическим произведением, несомненно сопоставимо с великими драматургами античности, такими как Софокл или Пушкин, это накладывало особое волнение и полезное драматургию. Я не столь самонадеян, чтобы что-либо менять духовном мире автора, его трактовки этого образа. Я лишь пропустил его через сердце и постарался дать ему некую современную оценку. В начале этого произведения, пролога, автор появляется на сцене и как бы предваряет саму эту пьесу. Зритель, если ты жаждешь острых ощущений, встань и иди. Если ты желаешь легких праздных словослой, встань и иди. Но если тебя обуревают разочарования в прежних идеалах, душевное смятение или мучительный поиск новых путей, останься, ибо те же вопросы волнуют моего героя. Он пытается отыскать истинные причины зла и несправедливости в мире. У него возникает сомнение в необходимости высшего управителя мироздания. И это не скепсис к языке, а лишь попытка борьбы с вселенской несправедливостью. Но разве он разверился в Боге, как сосредоточие мировой любви и обвиняет Бога в бесчеловечности? Да, Творец бесчеловечен, потому что он не человек, а высшая материя, которая не внемлет Богу. Его всемогущество – это абсолютно не ведающий никаких человеческих качеств. А как же любовь, спросите вы? Ведь если у Бога нет ни любви, ни ненависти, то как же человек, дитя божественной любви, мог появиться на свет? Любовь – это не качество, а высшая, неизъяснимая форма божественной эманации, развитая в необъятном космосе. Так если смысл сохранять верность Богу, зная, что по человеческим меркам он может быть жесток и несправедлив, коварен и враждебен. Есть, отвечает герой, в своей непоследовательности оказавшийся самым последовательным адептом высшего миропорядка. Ибо через сомнение человек приходит к пониманию, а через понимание к вере.
Александр Сыров. В молодости искал себя, пока не нашел поэзии. На жизнь зарабатывал нелегким трудом реставратора. Печатается преимущественно в юмористических изданиях, в частности, клуб 12 студий литературных газет, сборников Московского университета, повесистов, клуба юмористов, черных утешенных. Лауреат премии газеты «Московский комсомолец». Книга, которую сегодня мы представляем, называется «За 10 на Пегаса». Неожиданный сюрприз в войне будет. У меня его сюрприз. Плывут куда-то наши корабли, летают даже где-то журавли, жируют на помойке кобели, пока еще китайцы не пришли. Ни разу я не пробовал шабли, пусть жизнь не малина развели, но вдоволь ем блины и кисели, пока еще китайцы не пришли. Есть у меня кусок моей земли, поют там птички, жужжат шпили, копая, сажая, вдавливает, прихли, пока еще китайцы не пришли. Жена трендит, дровишек накали, я ей в ответ, мол, ты меня не зли, ты лучше мне постель постели, пока еще китайцы не пришли. Хоть не сидим мы с нею на мели, жгут мысли раскаленные угли, как на юани поменять рубли, пока еще китайцы не пришли. И вот уж померещится. Вдали велосипедов армия в пыли, по городу снуют их патрули. Видение приказал я, отвали, пока еще китайцы не пришли. Кто там в малиновом кактусе? Весь день, уподобляясь куртулю, как пробки в малину собираю. Хотя, конечно, я его люблю, не радуюсь, как люди урожаю. Все ж невзирая на свои лета, страдаю от жары, слепней, крапивы, присядка, пустая до куста, там сбор выполняет нормативы. Мечты о пиве, трёхом гамаке, кидая в тазик на червивых ягод, прикидывая мысли на доске, варенье будет более, чем надо. Уж этих банок в погребе стоит с тысячелетия прошлого немало. Зачем я собираю берегли? Затем, чтобы добро не пропадало. Варенье люди стали меньше есть, хотя и вкусно, и полезно вроде. Нельзя же на одну малину сесть. Зря куполом торчу я в огороде. Недоумение бросаю собирать. Но руки сами лезут за малины, ведь поспевает новых ягод брать. А я с ней связан тут куполин. Жилье с ветвей по выбору подряд. Ем так и сяк, и с чаем, и без чая. Жевать не свело мне аппарат, оскомина лицо ожесточает.
ноге стола себя я приковал, чтоб перерыв продлить как можно дольше. Но со столом по ставке ковылял и заготовку прежнюю продолжил. Не только на его, но и во сне щеплю малину, как жену за что-то. Она ж, ломаясь, хлещет по спине, царапается, доводя до пота. Водяра с горя раздавил пузырь, а протрезвев и вылезший наружу, перед собой полные тазы, я с изумлением утром обнаружил. Тут не был ты, с малиной не вяжись, затянет голову сладкой апельсины. И на вопрос, ну как на даче жизнь, ответишь ты, не жизнь ты, а малина. Саша, попробуй на стихотворение. Откуда взята строка и название книги? Оно посвящено мне. Поэт, нельзя так много есть. Не сможешь надвигаться, ты залезь. А если сгромоздишься и взлетит, пока ты не умеешь. Александр Сыров тоже был когда-то в спектре. Все вот выходцы, их сегодня много.